Привет, дорогие друзья, смотрите, добро пожаловать в Майнкрафт. Подержи мне пальцем вверх, если хочешь больше серий, крутых серий, также со скайпом, с вами. Вот, я надеюсь, ты поставишь палец вверх и будет больше серий. Вот, очень-очень сильно надеюсь. А кого мне еще надеяться? Только на вас, ребят. Так, ладно. Уходим. Это значит выживание, да? Нам надо выжить в этих суровых условиях. У нас, кроме меча, кирки, топора. И что это, лопата? Ничего нету. Тут я не могу даже копать. Ладно, я там вижу какие-то дома. Давайте туда хотя бы подберемся. И лучше меч достанем. С ним как-то поспокойнее будет, мне кажется. Я упал? Боже мой. У него 94% жизни. Почему он не умирает? Что случилось? Тут нельзя убивать? Смотри, что он меня ударил. Тут в некоторых местах можно убивать, в некоторых нельзя. Он что-то съел, он яблоко съел. Ах ты гад. Смотрите. Это так нечестно. Блин. Блин, ребята, я хочу убежать от него. Какого черта он хочет забрать мой лут? Не позволим. Не позволим ему это сделать. Смотрите, нифига себе, он отнял у меня. Вы это видели? Единственный способ. Он свалил от меня. Мне повезло. Давайте спрячемся где-нибудь. Чуть не убил меня. Я же могу так и упасть. Я знаю, куда мы спрячемся. Тут есть какая-то пещерка. Вот, отлично. Все. Так, а есть же яблоко у меня. Отлично. Так, хорошо. Но этого мало. Что у нас тут еще есть? Есть морковка. Кстати. Так, мы не полностью одеты. Эй, ты я будешь нет кушать? Что-то не хочет есть. А, начальный предмет. А это что такое? Посмотрим, в общем, я не знаю, что это такое. Эй-эй-эй-эй! Морковку что, нельзя есть? Ее садить, наверное, надо. Так, ладно, по крайней мере, у нас здоровье восстановлено. И можно уже идти дальше. Фух, нас уже один раз чуть не убили. О, водичка. Второй раз, я надеюсь, это его не случится. Пойдем немножко вперед, пройдемся. Можете в комментариях вообще писать, что тут можно делать. Я обязательно почитаю ваши комментарии. Давай, 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 давай. Идем, 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 идем. Блин. Давай вперед, вперед, вперед. Давай, красавчик. О, там какой-то телепорт, что ли? Нифига себе, тут красиво. А, так, ну-ка, это интересно. Под землей, смотрите. Давайте спустимся туда, я не знаю, что там ждать. Эй, что там такое? А, тут дверь есть. Да я пройду уже. Да я пройду, эй. Почему ты меня не хочешь пускать? Ты издеваешься, что ли? Да реально, дай я пройду. Чувак. Почему, ребята, я не могу туда пройти? Вроде так рядом. Там я вроде ничего не вижу. Так, одну дверь мы открыли. О, ребят, а дверь-то оба открыты.
Я не могу почему-то туда добраться. Ну и пошли вы нафиг. Так, уходим отсюда. Тут какие-то чемоданчики есть. Сундучки. Может, там у них что-нибудь немного полезного лежит? Походу нет. Это тут есть телепорт. Только как он работает. Я не знаю, я вот палки как работает. Я так понимаю, в дома чужие нельзя заходить. А нет, можно. Я зашел. Спокойно. Огнестойкость у меня есть, сопротивление урону. А, какое-то время она будет у меня действовать. Ясно. Да, оно постоянно все восстанавливается. Так, хорошо. Уходим отсюда. А может, там впереди что-нибудь еще есть интересное? Давайте прогуляемся, почему бы и нет. Так, отлично. Опять чемоданы какие-то. Эй. А, тут можно что-то крафтить. Я не знаю, что. Я не умею крафтить. Ё-моё. Хорошо. Такую кнопку надо зажимать. Alt. Да, блин. А, вот. Так. Так, хорошо, сделаем камень. Да, блин. Это сюда. Так. Ладно. Вот так. Ну, блин, я не вижу никакого крафта. Не умею крафтить. О, смотрите, какая вышка. Нифига себе. Вы когда-нибудь такое видели, вышку большую? Это типа остановка или что это такое? Можно, интересно, сюда зайти или нет? Было бы круто, если бы можно. Так, ну-ка. Дайте мне пройти. Ну, давай. Не, он не хочет, ребят. Не хочет туда заходить. Ну, как хочешь. Ну, издалека очень красиво смотрится. Такая квартира разноцветная. Разные стекла. Я опять тону. Так, окей. Идем дальше. Идем, ходим, блуждаем. Я, кажется, кого-то там вижу. Там головы, ребят. Там чьи-то головы. Дверь, как всегда, закрыта. Ощущение, что я куда-то упал, провалился просто. Ну все, мы восстановились. Ух ты, нифига себе, здание еще одно. Очень много тут всяких канавок. Блин, очень сложно тут лазить. Так, вот, отлично. Давайте посмотрим, из стекла сделано, смотрите, классно. Очень классно сделано. Ух ты. А, типа, можно посмотреть все здание. Ладно. Давай кушай морковку. Кстати, морковку так часто не ест. Яблоко может чаще есть. Через какое-то время, видимо, можно продолжить есть морковку. Не хочет он много есть. Мне нравится она ему. Так. Ну давай. Прыг, скок. Ну. Какая-то стена, смотрите. Непонятная стена, интересно, что там. Да, мир, наверное, Майнкрафта, он бесконечен. Сколько ты не лазишь? Ух, все, дальше идешь. Так. Кажется, скоро погибну. Так, кто-то меня стреляет? Там еще какие-то головы лежат. Ладно.
Дверь, просто дверь такая стоит. Там типа какая-то пещера, что ли? Так, жалко, у меня нету. У меня нету факела, ну что-то я там забыл. Без факела там делать нечего. Ух ты. Сколько много голов. Вот этот самый смешной. Вот этот. Так, ладно. Оп-оп. Лесенка, лесенка. Вообще никого не встречаю. Выживалка тоже мне. Никого нету. Одного только встретили, то он благо стал, хотя он мог добить меня. Ему осталось совсем чуть-чуть. Вот, ну, в общем, это Майнкрафт, ребята, я просто хотел сказать. Если хотите больше серий, ставь палец вверх, будет обязательно больше серий. Неужели мы в самое начало пришли? Ну-ка, что там такое? Я там кого-то вижу. Тут много ребяток. Давайте с ними подеремся. Ты шутишь, что ли? Как мне его убить? Может, тут нельзя убивать? А, можно прыгать. А, вы что, круг сделали? Вокруг земли пошли. И с самого начала пришли. Пошли туда и вернулись оттуда. Ладно, ребят, всем удачи, всем до скорого, пока-пока. Ставь палец вверх и подписывайся, конечно же.